Салют. Так, решил разобрать я пол, посмотреть, что здесь творится. Ради интереса. Что я здесь вижу? Немножко вижу грязи. Эти болты пришлось высверлить. Прокручиваются глухари. Пока не придумал, что я здесь буду делать с этим местом. Ко мне непонятно. Тут мокрая вот эта часть. Так, кто-то здесь лазил в сиденье, видите, и два болта только поставил. Два не поставил. Возможно, из-за этого сиденье немножко как бы качается эта площадка. Надо все это дело сейчас. Вот такой слой тут грязи. Тут что-то у нас какие-то... Какая-то хрень. Такие тут слоечки. Сейчас будем пылесосить. И вон люк, походу, от механической коробки передач. Какой-то тут предохранитель. Тут болты есть на люке. Все. Вот что, они в сиденье лазили, зачем? Непонятно, почему нету болтов на сиденье, тоже не ясно. Интересно. Ну, палки, это понятно, через стекло. Это что тут? Земля в иллюминаторе. В принципе, пол-то в хорошем состоянии, мне так кажется. Сейчас будем пылесосить. Эта штука целая, просто мокрая. Эта штукенция тоже целая, но мокрая. А, все, я понял. Вот эти два болта. А нет. Вот этот забор. Вот этот забор. Что держит? Ага, вот так вот он стоял. Да, вот здесь получается. Че за схема? Ну-ка я посмотрю. Возможно, что... А, вот так, наверное, было оно. Да, вот здесь вот кронштейн сиденья держит этот забор, получается, да? Здесь... А, ну все правильно, здесь... Все понятно, болты здесь все на месте, кронштейн, вот этот забор, он и держит весь всю эту канитель. Ну, вот тут какая-то дырка есть, сквозная, между прочим. Что за отверстие непонятное. Ладно, будем пылесосить. Давно я это хотел сделать, все никак не собирался силами, вот сейчас я все-таки собрался силами. Эту беду мне надо всю сейчас привести в нормальное состояние. Желание у меня такое есть. Прошло 4 часа. Замучился я закрывать окна, фанерки ставил, чтобы искры не летели в окна. И то поналетело местами, шпателем их позбивал. Просто, конечно, это заморочка вот это вот именно с зашториванием. Окна подкрывал все. Вот двери открыл и картон ставил большой, фанерки. Вот эту большую ставил, чтобы отражало, ну, в нее прилетал удар. Вот так вот я сделал. Там с печкой непонятно, что у меня происходит.
Надо потом что-то посмотреть там, с ней придумать. Думаю, надо будет опять печку продуть, пока все разобрано. Воздух подать в обратную сторону, пыль всю выдуть из системы. Моторчик закрыл перчаткой, чтобы туда не летело. Но не сразу. Я до этого додумался. Короче, потом закрыл. Это все не очень хорошо. Ну вот так вот типа. Вроде провода никакие не факт, но вот там чуть-чуть тиранул провод. Изоляцию спилил с него. Не знаю, вон ту рамку еще бы эту почистить бы вокруг этого. Ну, блин, это целая проблема. Там почистить. Коралл толком не берет, только отрезной машинкой. Ай, блин. Не знаю, пока забью нахер на это дело, наверное. Просто покрашу и все. Их можно сделать новые. Хули их делать? Обчертил и вырезать новые. Несложно. Возможно, потом новые сделаю. Сейчас мне без разницы на них. Пока соберу как есть, покрашу прям поржавче. Ну, можно сейчас чуть-чуть пильну еще. Замутиться, пробывать тут все. Пылище. Тьма тут, просто тьма. Полный бокс. Прям ржавчина и пыль стояла. Ворот открывал, чтобы это все отсюда выветрилось. Ну вот, надо как-то химии обработать, в принципе, и можно будет грунтовать. Тут надо еще фрезой подточить маленько. Все, половина мипой покрыл баллоном, половина финской темой. Вот, мипой. Мипорокс. Модель, что не знаю. О, Германия. И вторую половину. Типа Финляндия. Типа. Посмотрим. Чернеет он что-то. Ну вот граница. Завтра надо еще тут допилить машинкой фрезой. И здесь подножку фрезой, потому что тут не подлезть никак. Я фрезу сегодня не взял, уже полтретьего. Фу, вонища. Фу, воняет конкретно химоза. Все время. О, 2:45 уже. Надо домой валить, нафиг. Фу, бля. Вот это вонь. Невозможно. Жесткая кислота какая-то. Ужас. Ужас. Кисточку помыть. Вот тут, видите, узбеков здесь. Вот такие сталактиты тут. Дуката. Средний, не Макси. Сосульки падают иногда. Вот они валяются. Я машину чуть-чуть в сторонке поставил. Сегодня 0, что-то минус 1 или плюс. Что-то непонятная погода, короче, какая-то. Короче, какая-то такая погода. Все, без 15:03 надо валить. Да, все в пыли, блядь, в этой. Все штаны вон. В ржавчине.
все, всем пока. Покупайте новые трактора и не занимайтесь такой херней. Купили новый трактор, поработали пару лет, выкинули его, опять новый купили. Темнеет все.